Вячеслав Александрович, уважаемые гости военмеха, уважаемые лейтенанты, вас поздравляет помощник главнокомандующего военно-морским флотом по военному образованию капитан первого ранга Алексей Михайлович Литвинов. Уважаемый Вячеслав Александрович, уважаемый Константин Михайлович, Константин Александрович, уважаемые выпускники, конечно же, профессорско-преподавательский состав университета, гости, родители, я хочу от лица, от имени главнокомандующего военно-морским флотом адмирала Николая Анатольевича Евгенова искренне поздравить вас со знаменательным событием, с выпуском из военно-учебного центра Балтийского государственного технического университета ВМЕХ, присвоением первого воинского звания лейтенант, пожелать удачи на непростом пути военного офицера, военно-морского офицера, ну и, конечно же, здоровья. Что хочется сказать, ВМЕХ по праву занимает лидирующее место в вопросах подготовки высококлассных интеллектуальных специалистов для военно-морского флота. В настоящее время это как нельзя важно для флота, для государства в целом. Все вы знаете, что сейчас поставлены перед флотом непростые задачи по внесению боевых служб, боевого дежурства в дальней морской зоне, на всех рубежах и во всех океанах. Наплавность кораблей постоянно увеличивается. Наша промышленность выпускает новые корабли и суда, оснащенные высокотехнологичным вооружением, оборудованием. И, конечно же, весь этот комплекс вооружений, организация обслуживания военно-морского флота требует очень умных, толковых выпускников. Я не сомневаюсь, что вы по праву займете, уважаемые выпускники, свое место на должностях военно-морского флота, как в корабельных соединениях, так и на берегу. И хочу искренне пожелать от себя четыре вещи. Ну, первое, это, конечно же, здоровье. Второе, это чтобы ваша профессия, избранный путь военного офицера приносила вам настоящую радость. И постоянно вы открывали для себя что-то новое, реализовывали это новое. Потому что без этого невозможно развитие. Третье, это чтобы вы всегда знали, что то дело, которое вы избрали, является настоящим мужским делом. Защищать Родину поистине заслуживает гордости, уважения, и вы должны об этом всегда помнить. Ну и четвертое, чтобы ваши знания и опыт никогда не пригодились на практике. Поэтому еще раз спасибо, с праздником, всего доброго. Спасибо большое.